Я думала, что мои мечты про Олимпийские игры закончены. Я пережила такое психологическое напряжение, какого до этого никогда не чувствовала. Суть в том, что мы все мечтаем стать наилучшими в мире. И через несколько дней мы будем пробовать это доказать. Я имею в виду, что это неимоверно важно для каждого из нас быть в наилучшей форме. Основное задание капеллана — беспокоиться за атлетов, поддерживать их, открывать Библию с теми, кто по-настоящему ищет и просит руководства, и призывать христиан тянуться друг к другу. Из-за того, что мы AIA, международная организация, с нами принимали участие капелланы со всего света. Это помогает хорошо подготовиться. И это как раз то, на что я опираюсь, что помогает поддерживать баланс. Это когда рядом есть часовня, или можно помолиться с капелланом. Это по-настоящему помогает сфокусироваться. Я думаю, это поддерживает мою эмоциональную и умственную стабильность, укрепляться в вере, держаться людей, которых я люблю и кому доверяю. Это помогает мне не сходить с ума от переживаний. С нами было несколько капелланов. Знаете, когда ты приехал с островов, то смотря на всех этих атлетов с Америки и других больших стран, чувствуешь себя незначительным. Думаешь тогда, действительно ли здесь мое место? Но когда мы все вместе приходим на то же служение в церкви, понимаем, что мы все на одном уровне перед Богом, и мы можем славить Его. Это по-настоящему большая привилегия быть призванным и выбранным для служения атлетом на таком уровне. Это занимает больше года, даже около 2 лет комитет рассматривает заявки кандидатов. Они ищут не только людей, которые могут поехать на такие соревнования, но и таких, которые будут служить и поддерживать атлетов на местах, на соревнованиях, на тренировках, в клубах. Много кто из нас, тех, которые были отобраны на международные соревнования, просто служат атлетам на местах их проживания на протяжении года. Вчера вечером у нас было первое совместное изучение Библии, что было просто чудесно. Мы общались друг с другом. Иметь возможность посетить капеллана — это сильная поддержка. Просто знать, что есть такая возможность. Много людей забывают, что в спорте все не только идет через тело, а через ум, душу и тело. Значит, основная роль капеллана — служение. Служить атлетам всецелостным образом, как бы ни понадобилось. Это и физическая, и эмоциональная, и, конечно, духовная поддержка. Мы стараемся помочь во всем. Я как-то пришел на такое служение, где было много атлетов. Там атлеты делились короткими свидетельствами про то, как Бог работает в их жизни. Круто было. Много легкоатлетов, и вообще было много разных атлетов из разных стран. Имея такую сильную веру, много девушек видят ее во мне, и они имеют возможность прийти и поговорить со мной, когда, возможно, какие-то трудности, или им необходима некоторая поддержка. И я думаю, что это большое благословение иметь такую возможность делать это для них и свидетельствовать им о Боге. Господь изменил наши жизни, и мы хотим служить атлетам и поделиться с ними, как через изучение Библии, так через прославление и поклонение, медитацию и молитвы, как именно они могут использовать таланты, которые дал им Бог, чтобы прославить Господа, сотворившего их.